9 мая мы будем с вами вместе праздновать День Победы. В преддверии этого праздника проводится сегодня у нас акция «Георгиевская лента». Эта лента стала составной частью воинского ордена уже Советского Союза. Это является символом победы 9 мая 1945 года. Сегодня, сейчас мы будем вручать по югу России порядка 2500 этих лент. Сегодня 4 месяца, как идет война. Дорогой мой, любимый, хорошо представляю себе весь ужас того положения, в котором ты оказался. Утешаю себя одной мыслью, что твои страдания – страдания всего нашего народа. Война есть война. Целую тебя крепко, верю, что ты вынесешь все невзгоды. Будет еще. Так пусть же громче гремят те марши, мотив победы звучит сильней, и пусть скорее похватят внуки ваши марши тех военных дней.